Почти 2500 дел находится в производстве у судебных приставов Ангарска. Это миллионы рублей неуплаченных алиментов. С прошлого года меры за уклонение от их уплаты ужесточились. Помимо ограничения выезда за границу, введен запрет на продажу движимого и недвижимого имущества. А вот для злостных неплательщиков предусмотрено уголовное наказание. После привлечения к административной ответственности, если должник продолжает также уклоняться от уплаты алиментов более 2 месяцев, то здесь уже идет вопрос, ставится вопрос о привлечении данного должника к уголовной ответственности по статье 157 за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, а также детей нетрудоспособных, достигших совершеннолетия. И там уже наказание идет у нас, уголовная ответственность идет, и наказание идет либо исправ работы, либо принудительные работы, также предусмотрен арест и лишение свободы. Стоит отметить, что к уголовному наказанию в Ангарском городском округе неплательщики алиментов пока не привлекались. Задолженность нерадивые родители, как правило, гасят после наложения запретов на выезд из страны. Максимальные наказания, которые были вынесены ангарчанам, это общественные работы.